Мне билет до Верхнего Услона. У билетных касс первые пассажиры. Дачники едут готовить свои участки к летнему сезону. В сумках рассада для теплицы и садовый инвентарь. Семьи Сахаровых и Садыковых едут большой компанией. После зимы разворачиваем все. Все розы, винограды, все. Они же все до сих пор укрыты. Сегодня первый день едем. Дай бог. Чтобы все цело было. Первый рейс до Упетич отправился в 7 утра, следующий в полдень. Пока навигация только стартовала, открыты 4 рейса в день. С наступлением лета расписание еще скорректируют в зависимости от пассажиропотока. Все суда прошли проверку контролирующих органов, все, которые необходимы. Это речной регистр, это санэпиднадзор. Значит, будут работать водоизмещающий флот, это Москва, типа суда типа Москва, Московский Омик и скоростные. Это «Восход» и «Метеор». Стоимость билетов не изменилась с прошлого года. До Печищ, Верхнего Услона, Студенца, Садовой и Нижнего Услона 78 рублей. Это и привлекает пассажиров. Пользуются речным транспортом все лето. Удобно, безопасно. Мы могли бы поехать на машине, но выбрали водный вид транспорта. Нравится вода, волны от теплохода. Пока одни ждали открытия дачного сезона, другие готовили уставшие за лето теплоходы. Олег Лебедев уже 40 лет за штурвалом. Первый год перешел сюда на этот теплоход. Теплоход очень отличный, экипаж сплоченный. Вот, а так работал на других судах. После 9 мая речной порт открывает туристический сезон. Вот это скоростное судно типа «Метеор» Вячеслав Каргин уже готовится к спуску на воду. Пассажиры смогут с ветерком добраться до Болгара и Свияжска. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.